Чили Вилли. Операция «Холодные ноги». Художники Рэй Абрамс, Ла Верн Хардинг, автор сценария Хомер Брайтман, композитор Кларенс Виллер, режиссер Алекс Лови, продюсер Уолтер Ланс. Адмиральский штаб. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Ружье к ноге. Ваш самолет готов, адмирал. Хорошо. Я пока не вернусь, сторожи эти продукты. Да, сэр. Это адмирал Бёрд. Продуктовый склад. Проваливай, малявка. Сегодня бесплатных обедов не будет. Слышь, друг, ты тут не встречал такого маленького парнишку, вот такого примерно росточку? Не видал, нет, приятель? Ну что ж, спасибо. И еще раз, что ж, дружище, все равно спасибо. Ишь ты, вот это я называю ловкость рук. Знаете, я об заклад бьюсь. Я тоже так смогу. Держи свой мячик, приятель. Увидишь моего сынишку, дай знать. Это только я. Послушай, я просто опять и все ищу своего мальчишку. Нет, брат, этот малыш делает самые клевые трюки, какие я когда-либо видел. Сделай-ка еще разок, паренек. И еще разок.
Все время подкидывает что-нибудь новенькое. Отбеливатель. Сынок, где ж ты был, сынок? Мама просто извелась от волнения. Право слово, извелась. Эй, мать, я нашел нашего мальчонку. Нашел озорника. Ну, говорил же я тебе, что я тоже так смогу. А? Конец.